сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудаль. Ноябрь еще не перевалил экватор, а температура, речь о ночной, уже балансирует на грани осени и зимы. Но, к счастью, днем о минусе речь пока не идет. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 12 переменная облачность. Ночью 1-3 с минусом. Утром ждем туман. В центральных районах и на юге днем 11-13 выше нуля, тоже переменная облачность. Ночью 0-2 и утром возможен туман. Послезавтра температура у нас не изменится, ждем все те же 11-13 с плюсом, а вот в понедельник станет прохладнее. Столбик термометра доберется до плюс 9. А теперь заполярный круг в Норильск. Там уже холодно, до минус 20. Видимо, поэтому даже олени ездят в общественном транспорте. Это видео норильчане сняли на остановке в самом центре города. Северного оленя завели в салон автобуса. Правда, неизвестно, парнокопытная проехала зайцем или ему все-таки купили билет. Но в любом случае, очевидцы утверждают, теперь они видели все. Что ж, о погоде не только это все. Удачи вам. Увидимся.